Светлана Мальцева – одна из участниц городского слета наставников движения «Первых нам по пути». Рассказывает, что когда открывали первичную ячейку в образовательной организации, советников еще не было. Но Светлана активно поддерживала идею появления наставников, поскольку общение с ними полезно молодому поколению. В сентябре 2023 года Светлана стала советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Я представляю колледж, и мы соберемся все – советники, наставники движения первых из профессиональных образовательных организаций – и расскажем, какие у нас проблемы, какая нам нужна помощь, какой у нас есть опыт, послушаем советы, узнаем рецепты положительных результатов. И думаю, что это профессиональное общение станет полезным для всех нас. Участниками городского слета наставников движения «Первых нам по пути» стали как советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, так и муниципальные координаторы проекта, навигаторы детства, кураторы первичных отделений движения «Первых» и молодые педагоги. Они приняли участие в различных тренингах, а также поделились своими идеями и проектами по вовлечению детей и подростков в социально полезные мероприятия. Я считаю, что это крайне важно, тем более, вот, знаете, вот этот постпандемийный период, когда мы, знаете, привыкли жить в онлайне, у нас так мало стало офлайн мероприятий, то вот на самом деле мероприятие движения первых – это прям как глоток свежего воздуха, потому что мы встречаемся, мы видимся, мы что-то всегда узнаем новое, что происходит в других школах, это тоже очень важно. В завершение слета наградили кураторов первичных отделений движения первых, которые показали лучшие результаты своей работы. Августина Охременко, Валерий Майоров, «События».